Так. Пора. Всем привет. Привет! Привет! Очередной эфир в 8 часов утра. В проекте корректура. Так, 100. 100 неочищенного. И окорочка. Вот кожу-то есть не буду. Так, раз. О, 102. Все. Отлично. 100. Ну там мясо получится меньше, тут же кости. Вот еще. Получается там мясо грамм 70-65. А что кожу я тоже не буду есть. Так. Работаем. Ну и чтобы не сухо залезало, соленья всегда. Так, жду вопросы. Вопросы в рамках проекта «Корректура» на 8-часовом эфире. Так, это кто? А, привет. Все по граммам. Да. Так и есть. Все по граммам. Да на самом деле, знаешь, не всегда по граммам все вымеряю. То есть бывают такие, значит, этапы, когда просто хочется проконтролировать, как все есть. Чаще на глазок. Потому что уже глаз алмаз, могу так сказать, сколько граммов что весит. Но иногда пару недель там беру мониторинг. То есть по специальным программам, по гаджетам. Сам смотришь, не выходишь ли. А то может чисто субъективно показаться, что ты вроде в рамках держишься, а смотришь, что-то заливает. Начинаешь оценивать, что там не так. Ну, все посмотришь и выводы сделаешь правильные. Бывает не из-за еды это. Вот. Даже не настолько оно все по граммам меряется. Не надо всегда это делать. Но периодически, наверное, стоит. Вот. Да. К тому же, я же говорю, у меня до 6 числа следующего месяца надо немножко прорезаться. Хочу сфотографироваться. Промежуточный контрольчик, так называемый, сделать. Что слов с фитнесом у тебя? Вроде приходил, хотел что-то там, может устроиться, не устроиться. Вот. Получилось, не получилось. Так, погнали. На сушке. Да нет, у меня такого понятия, как сушка. Вот если это говорить, нету такого понятия сушка. Сушка это циклическое мероприятие такое жесткое, когда всякие безуглеводки там мучаешься. Я никогда не сушусь по той теме, как это делают обычно. Значит, атлеты, которые готовятся к подиуму там. К соревнованиям.
Потому что все это временно. Я вообще цикличности не приемлю. Такой. Набрал, скинул, на массе, на сушке. Это все настолько притянуто за уши, настолько это неправильно, на самом деле. Вот. И для внутреннего организма это вредно. Учитывая тот факт, что я не собираюсь выступать на соревнованиях, возможно, если бы я готовился бы выступать на Men's Physique, то я бы, конечно, пошел бы по этому пути. Потому что это путь атлета-спортсмена, который работает на результат любой ценой. А мы работаем на другой результат. У нас результат главный – это хорошая форма, без потери здоровья и при удовольствии от еды и жизни. С 6 утра. Ясно. А где что там? Я что-то там ни разу не видел с тех пор. Ладно, увидимся. Спасибо. Люблю вот такой лист. Бурый и неочищенный, всякий вот такой. Еще я люблю его недоваривать немножко. Да, такой жесткий. Люблю пищу, которую можно жевать. Прям конкретно. Поэтому, честно говоря, я уже говорил и не люблю. Привет. И не люблю всякие гипертеины. То есть, в Костроме, все ясно. Удачи. Вот. В Костроме это хорош, там. Только бассейн, по-моему, там еще нету. Так вот. Я люблю, чтобы можно было пожевать. И протеин вроде добираешь правильно, белка. Добираешь по калорийности, там, если даже надо. А выпил и все, и нет вот чувства, что ты поел. Я люблю поесть. Сел и жуешь. Когда пища такая плотненькая, жесткая, получаешь удовольствие. Потому что действительно поел. Да, кстати, я сказал, курицу ем, шкурки выбрасываю, шкурки не ем. Лишнее. Потому что многие взвешивают и не оценят эту ситуацию. Это важно. Считают, что они курицу едят. И, значит, вот все, что на весы кинули, положили там, это типа курица. И завесили. А то, что тут жира 15 грамм только. То есть белка вообще никакого нет. А чистый жир в коже. Это как бы нормально все. И вот этого, если не брать в расчет, то в течение дня такие погрешности. Если нужно жира, предположим, 1 грамм на килограмм с массы тела, то он получается там 2,5 грамма. Ну или 2. Не оценивают. То же самое. Решил там все-таки кусочек, предположим, съесть что-то там, тортик какой-нибудь. А как это померить, не знает. Взял, посмотрел, что это как углеводы, как будто хлеб. Обратно написал. А то, что там использовалась пачка масла, это не учел. В итоге совершенно неправильный подход. Начинаешь оценивать, что там человек ел. Он вообще неправильно пожрал. Абсолютно. И вот, когда начинаешь это все правильно оценивать, то есть считать. Понимаете, вот на самом деле не надо ничего брать по таблицам. Вот брать какие-то журналы, таблицы и там все мерить. Я говорю, поставьте себе на телефон любую программу простейшую самую. Там уже все продукты заведены, особенно если вы покупаете в магазинах очень много продуктов. Там уже это все есть. Там даже вот так написано. Куриный, значит, карачок. Жареный или вареный. Это уже разный колораж. Кожа съедена, не съедена. С косточкой, без косточки. Все. То есть вы прямо на весы кинули, значит, померили, что это 100 грамм. А когда забивать самки стали, значит, это куриный, карачок, самки, кожа не съедена, вареный, с косточкой. Все. И вам прям посчитает, сколько там оно минусует эти кости. Оно минусует эту кожу. И у вас получится все правильно.
Ну, тогда будет оценка более-менее верна. Вот это вот очень важный момент. Потому что в этом кроются самые большие погрешности. И где-где. А вот здесь аппаратные вот эти методы программные, скажем так, использовать для подсчета этого всего и для совершенствования очень даже на пользу. Это раньше было трудно. Я помню, брали, значит, учебники по гигиене медицинские, по диетологии, и смотрели там все это по таблицам, это же просто засада. Это невозможно. Нет, конечно, можно было там однажды рассчитать все для таких основных блюд, которые применяешь, и потом этим делом не пользоваться. Так поступали. Но сейчас сам Бог велел, чтобы было проще. Кстати, кто пользуется такими вещами? Там поставьте галочку, какой-нибудь плюсик или что-нибудь еще, чтобы было понятно, что такие вещи применяете. А кто будет применять, поставьте звездочку. Кстати, для многих там атлетов, да пока не применяете. Рекомендую. Нет. Тут все зависит от уровня мотивации и желания достичь какого-то результата конкретного. Потому что... Ага, ладно, проникнуться, ясно. Потому что если это не является каким-то важным аспектом жизни в плане проверить себя для саморазвития или что-то еще, так устраивает. Ну вот нормальные телосложения, ну сепарации нет, предположим, ну не прорисовывается пресс, но нет там избытка жира, там все, человек, его это устраивает. И особого резона нет. То есть ваши зеры, ну вот, пока нет надобности. Правильно. Нефиг это делать. Такая надобность обычно появляется тогда, когда вы хотите добиться результатов, которые чуть выше среднего, хотя бы. Вот там это становится важно. Я не скажу, что борьба там идет за каждый грамм. Но сами понимаете, что любую вещь надо рассматривать как определенного рода проект. То есть совершенно... Бестолково, когда человек говорит, у меня в планах типа похудеть. Ну, херня все это. Это не планы, не цели. Это просто мечта. Все. Любую вещь, любое желание, ее нужно превращать в цель. А цель она измерима в количественно, измерима во времени, принципиально достижима и реально. Мы должны сказать там, я хочу похудеть за полгода на 5 килограмм, то есть убрать 5 килограмм только жира, при этом минимально потерять, предположим, мышцы. И расписать весь путь от начала до конца, как вы это собираетесь делать. Сначала инструменты прописать эти, то есть надо будет измерить, значит, импеданс биометрический, но это желательно, чтобы понимать, что вы теряете именно жир, а не только мышцы. Значит, прописать те способы, которыми вы это будете делать, там, диета, физические нагрузки, сколько вы готовы уделять этому времени, реально все это прикинуть, посчитать, подкорректировать, получится ли у вас сжигать столько килокалорий и есть определенное количество килокалорий. Ну, потянете ли вы там, это по финансам? Если нет, то может сроки скорректировать надо будет, на более длинный период разбить это дело. А потом прописывать уже план-график. То есть конкретно для каждого действия должны быть определенные дни там, для тренировок, для белково-углеводных чередований. Все это прописывается четко в систему. Не суть в том, что планы не корректируются. Они могут и корректироваться. Вы, предположим, поработаете в таком режиме 2-3 недели, и увидите, что результат плох. Его можно подкорректировать, где что-то посмотреть, чтобы что-то не так делаете. Либо вы поймете, что это настолько тяжело вам, что вы выпадаете из зоны жизненного комфорта. Тоже можно срок увеличить и немножко себе сделать самый полегче режим этот. Вы же не спортсмен, вам не надо конкретные вот прям доли секунды подгонять все это дело к выходу на подиум.
Ну, это представьте во времени. Я вот со 105 килограмм до 75, значит, вес убирал 3 года почти. То есть, в год 10 килограмм. В итоге я мышечной массы вообще не потерял. Вообще, ни грамма. Потерял только жир. Как посчитать, сколько сжигается? Точно так же. В этих программах на гаджетах, нет, ну это, конечно, косвенно, но более-менее. Вы забиваете свой рост, вес, возраст. Если там еще есть, вы можете пульс посчитать, то для каждого вида деятельности вы можете поставить пульс, когда позанимаетесь. Вам сразу тут же выдастся, сколько у вас основной примерно, значит, обмен, сколько вам нужно килокалорий в день просто для поддержания веса, вот который есть. То есть это анаболические эти функции каждый день? Нет. 105 я был хомяк вообще конкретно. Но сейчас как бы я договорю. На анаболические цели и на, значит, энергозатраты. Это если вы ни хрена не делаете ничего. Хотя там можно поставить активная жизнь, там сидячая работа, 5-10. Ну, там уже покажет. И покажет, когда вы будете продукты завивать туда, что сколько вы от своей дневной основной съели. И сколько можно там еще себе, да? На самом деле позволить. Очень удобно. А если у вас еще какая-то деятельность есть активная, вы там пишите, занятие бегом. Бег со скоростью там 10 км в час в течение получаса. Самозабили туда, ну, сразу покажет, сколько вы потратили калорий. Вот. Особенно, если вы еще проставите пульс, ну, вот померили, какой он, все. Вам оно еще более точно покажет. Так, ну, разберетесь, короче говоря, все это просто на самом деле. Так, я думал, что 105 был вес спортивный. Спортивный, я с этим весом занимался, выступал на соревнованиях и считал, что у меня все вот так вот. Просто я был такой-то хомячок, самый конкретный. Я был резкий, как понос, все там у меня все получалось, я тренировался, окучивал мешки, спарринговал, выступал на соревнованиях, все было хорошо. Даже бегал постоянно, каждый день, ведь он 105 весил. Для меня рычаг самый главный в корректуре тела – это все-таки диета, а не тренировки. Почему? Потому что тренировался я всегда дохренище вообще. И мог вообще не худеть, если я при этом сожрал как конь. И все подряд, и тогда, когда хотел. Вот. Я пишу вопрос, когда удобно мне. Надо отвечать, когда удобно вам. Здесь уже задержка. Ну и что? Тогда откуда 30 килограмм жира? Так хрен его зовут. Очень просто. Предположим, от обмена веществ, которые есть. Вот есть определенный базальный обмен. У одних людей он очень высокий, они могут есть как не в себя и не поправиться вообще. А есть люди, которые могут есть 1-2 раза в день, ну так от пуза. У них очень обмен замедленный и все в жир идет. Вот я и ел 3 раза в день, но я нажирался так, я мог... Вот сковороду такую здоровую макарон сам съесть за раз. То есть и желудок разбит был, и кишечник, и спороть целую курицу. Прям, в общем, целая сковорода макарон здоровенная и курица целая жареная. Вот я за один прием пищи мог это сожрать. И получить удовольствие мне было в кайф вообще, вот так вообще. Мне было просто хорошо. И так 3 раза в день. Вы представляете, сколько там килокалорий? Если я все это с кожей съедал и все такое прочее, за раз. Там пипец, ребят. Конечно, организму при всем его тренинге столько было не нужно. Вот. И конечно, он что-то использовал на там, анаболизм, что-то на, значит, энергозатраты. Остальное все шло в депо, то есть шло на пузо. И в течение периода с где-то с 20, наверное, 9 лет до 35, вот за 6-7 лет, я и набрал вот эти лишние килограмм 20. Потому что где-то в 26 лет весил килограмм 80 примерно. Так, ну, вот. И вот за эти 6, за 7, может быть, до 37 лет я набрал... Нет, какой 37? Я сказал, что за 3 года все. До 38 где-то лет я вот эти набрал до 105 килограмм. Конечно, я был очень сильный, я тренировался, качался, там, жим лежа, там, все, чики-пики, там, все. Кстати,
похудев до 75, я ну, тут тратил, не скажу, что катастрофически свои сам, силовые показатели. Я за ним, в принципе, никогда не гнался, но утратил я их не сильно. Самый главный критерий, я стал, предположим, во всех движениях сбавил не более того, чем насколько похудел. То есть я похудел на 30 килограмм. Вот я во всех движениях, в приседе, в жиме, в становой, не более 30 килограмм натуронил. Не более. Я считаю, что это вполне себе нормально. Вот так вот. Да. Зато я вспомнил, как это подтягиваться. Сейчас я подтягиваю 40 раз. Как это было в молодости, в ранней. Ну, не в ранней, но... Ну, да, в школьные годы, когда школу заканчивал. Когда я выход на две делал, там, 14 раз, медленно, спокойно, так... Чук, чук, вот так вот. Сейчас я не сделаю так, конечно, но несколько раз сам сделаю. Вот. А еще несколько лет назад я даже пузо не позволило бы выход на две сделать. Понимаете? Я зацеплялся бы за перекладину. Да, вот оттуда и жир. Ну, ребят, а вы что думали? Потому что два рычага должно быть. Должно быть два рычага, с помощью которых вы воздействуете всегда. И они балансировать должны между собой. Это диета, ну, питание в смысле, и ваша значит, активность физическая. Причем физическая должна быть активность разносторонняя. Абсолютно. Если вы хотите без химозины, там, и, ну, имеете там, сепарацию там, и все такое прочее, вам обязательно придется заниматься и кардио, и функциональной подготовкой. Одной силовой будет маловато. Да. Иначе все равно придется вам садиться на всякие циклы похудательные, на сушку и использовать различного рода фармподдержку. Иначе ничего не выйдет. Вот. Можно часто видеть там, парней, здоровые, ходят в качалке. А на дорожку беговую встанут, они там умрут за 3 минуты. То есть это понятно, что значит не все там сам хорошо, и все в датском королевстве спокойно. Так, день добрый. Вот такой вопрос. Рядом со мной сидит ботаник. Не занимается спортом и спрашивает, можно ли на вашей макеваре заниматься и добиться всего этого. Скорость взрыва. Скажу так. Работа на макеваре мало зависит от физических кондиций. Конечно, при всех прочих равных условиях, если человек имеет вес ну, побольше, и при этом это же живой, здоровый вес желательно, то есть не одно сало, хотя и это... То есть чем человек больше и сильнее, тем, конечно, у него в принципе при всех прочих равных условиях удар будет сильнее. Но... Макевара учит использовать те кондиции, которые есть, максимально эффективно. То есть, вот если весит там, человек 55 килограмм или 60, вот он сможет использовать эти 60-55 килограмм так, что он с таким своим весом будет конкретным нокаутером и сможет в серебра вынести человеку, который за 100 килограмм весит. Ну, просто вы поймите, одно бревно весит 105 килограмм, а другое бревно весит 60 килограмм. Если вы с высоты 2 метра кинете на человека бревно в 60 килограмм торцом вниз или 105, эффект примерно будет одинаковый. Человеку дырку, проломит ребра все нахрен. Или лопнут все кишки на живот, если кинете. Это не имеет никакой разницы, понимаете? То есть есть определенный, конечно, вес. Там, если человек весит 20 килограмм, это ребенок, то, конечно, при всем его... идеальном ударе 20 килограмм, масса тела это уже бревно, которое 20 килограмм весит. Уже можно выдерживать, да, там условно говоря. Тем более, что еще происходит потери в демпферах, мы же не бревна. Бревно не пружинит нигде. Оно как бы цельное. Тело человеческое имеет кучу сочленений. И в миг удара оно должно эти демпферы потерять. Все эти гибкие моменты, которые амортизируют и погашают удар. Поэтому, если человек весит 60 килограмм, то его нужно рассматривать как бревно весом в 30 килограмм, которое падает уже, а не в 60. То же самое для того, кто весит 100. И я скажу более того. Люди, которые меньше весят,
и слабее, на махиваре достигают, как правило, результатов относительных, намного больше, чем люди большие, потому что люди большие и физически сильные очень сильно рассчитывают на свою физическую силу, и осваивая махивару, они пытаются бить силой мышц. В итоге сила мышц ограничена в своем саморазвитии. Они добиваются того, что они максимально хорошо используют силу мышц, и все на этом все заканчивается. И дальше роста никакого нет. Рост берется из техники, из правильной биомеханики и из использования всей массы своего тела, которая стабилизируется в миг удара связочно-сумочным аппаратом тела человека. И когда одну и ту же по жесткости эту макивару пробивает со здоровяк, который мышцами, скажем так, ее добить может, и человек, который послабее, который мышцами не может ее добить, то первый ее так и бьет мышцами, лупит. А второй, понимая, что ему не хватает силы мышечной, начинает совершенствовать реально технику, потому что у него есть объективный критерий, нужно боек, чтобы ушел в отбойник, ударился. На простой макиваре вы этого не поймете, на моей макиваре поймете. И он начинает этого добиваться, и в конечном итоге добивается, у него выстраивается техника, позволяющая это делать. Он начинает использовать максимально эффективно свое тело, конструкцию. Свое, там, это ботаническое тело, там, или какое-нибудь другое, там, неважно, девушки добиваются результатов, если серьезно. Так что вот так вот, можно, легко. Так, никуда не уходите, я сейчас сам и приду, просто мне надо кое-что для кофе взять. В другой комнате находится. Сейчас я подойду. 2 минуты. Ждите. Так, и снова здравствуйте. Так, что же я взял такое там, да? Спросите вы. А взял я баловство, которое я себе могу позволить с утра, потому что сейчас у меня будет серьезная тренировка по подготовке. Я тут решил выступить на чемпионате России по карате худокан. Вот, поэтому сейчас будет интенсивная такая тренировка. Я взял, ты что взял? Называется Мерси шоколад, да? 3 дольки. Потому что сейчас это у меня сгорит там мгновенно, сейчас надо будет всплески там энергии, всплески силы. Ой, прилетел таки, а. Вот. И поэтому быстрые сейчас углеводики, в принципе, тоже в незначительном количестве мне понадобятся, для того, чтобы тренировку начать. А потом начнется уже это подгружаться, вот это вот, значит, углеводы длинные из этого риса, не шлифованного, который я ел. Вот, и мне хватит энергии на всю тренировку, на мощную и длинную. Юран, привет. Неожиданно. Сын у меня присоединился к эфиру. Ха-ха-ха. Да. А ты-то что делаешь? Ты в институте вроде должен быть сейчас. Или дома завтракаешь тоже. Вот, попалась с миндалем, что ли. О, здрасте. Иди сюда. Ну давайте вопросы задавайте свои. Потому что я сейчас эфир уже скоро заканчивать буду. Надо собираться. Поэтому вот по там углеводам, по длинным, по коротким. Завтрак, ясно. Угу. Ну, значит, аппетита приятного тогда нам обоим. Ну и всем, кто с нами завтракает еще. Этот шоколад тоже ест, смотри, а? Что делает? Прям лишает меня шоколада. Смотри, что делает. О, видали? Ну, в принципе, ест все, что ем я. Мне вообще нравится вот у кого вот обмен веществ, сам чумовой, это вот этого перца. Он всегда весит от 40 до 40, 1 грамма. Ну-ка, давай-ка. Я уже показывал однажды, иди-ка сюда. Ну-ка.
Вот и разжирел пингвин. 43 грамма весит сейчас. Нифига себе. Да. Привет. Ну вот, обычно у него где-то 40-42. Вот в этом пределе колеблется. Теперь эфиры можно тут сохранять. А как, ребят, научите? Я не знаю как. Я с удовольствием бы сохранял. Вот на Фейсбуке сохраняются, классно. А здесь я не знаю, как это делать. Нет, если это принципиально возможно, вы это подтверждаете, я в интернете найду, как это делать. Там запрошут в Яндексе и все это. У меня справа вверху после эфира должна появиться кнопка. Справа вверху. Ага. И сохраняются, а и как их тогда эти там эфиры потом найти? Ну ладно, я знаю, потому что на Фейсбуке они сохраняются в ленте. А как их сохранять? Здесь, ну я посчитаю. Если такая штука есть, я не замечал. Может, обратил просто с внимания. То попытаюсь это дело сделать. Я так понял, что в телефоне они сохраняться не будут. Это тоже хорошо. Потому что место жрет. Особенно, когда в нормальном качестве. Ладно. Завтра, в это же время, будет эфир опять. Как обычно, 8 часов с 8 до полдевятого, да, выхожу. Готовьте вопросы. Сейчас посмотрите в строке, где ваш эфир выходит. Ну, в строке в какой? Там будет новое. А, это в самом верху. Угу. Там инструкция. Все. Спасибо большое. Я посмотрю. Вот буду заканчивать сейчас. Угу. Класс. Главное потом понимать, где оно все находится. Я понял теперь. Угу. Главное понимать, где оно, как это находить потом. Потому что эта лента движется, этих вот эфиров прямых. Потом можно просто потерять и не найти. Видишь? И вам хорошего дня, друзья. Ладно. Все, сейчас буду проверять, где там эфир можно сохранить. А, боец. Боец. Он что творит? Боец. Война. А. Попался, коржик. Вот такой вот маленький коржик. Ладно, всем пока.